Всем привет, это Павел Белинский и с вами «Бегущий человек». В центре Екатеринбурга дети мигрантов напали на местных подростков просто потому, что им было скучно. Инцидент произошел в KFC на проспекте Ленина 24/8. Один из пострадавших рассказал, что он и трое его друзей спокойно ели в заведении, когда к ним подошла многонациональная банда. Они были похожи на южан, сели к нам без разрешения и начали докапываться, вымогать деньги, спрашивать, есть ли алкоголь. Видя, что конфликт набирает обороты, один из ребят ушел искать охрану. В этот же момент подошел еще один из подростков с газировкой Абу Бандит и начали его допрашивать. Одну бутылку отняли, вторую он отдавать не хотел. Тогда реже ударили его из-под тишка по голове, после этого накинулись на остальных. Разнял драку охранник заведения, дикари разбежались как крысы, остались только пара человек, которые не участвовали в этом культурном обогащении. Оставшиеся мигранты объяснили, что таким образом они пытаются скрасить свои серые будни. МВД разработала законопроект о наказании водителей за употребление лекарств. МВД опубликовала проект поправок в статью 12.8 КОАП, позволяющих наказывать лишением прав и штрафов в 30 тысяч рублей водителей, у которых в организме обнаружены вызывающие опьянение вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, но не относящихся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. Речь идет о привлечении к ответственности за управление автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих внимание и реакцию. Старуха с потевшим бочком Долина преисполнилась патриотизмом и начала рассказывать, как мир загнется без русской культуры, потому что Россия круче и сильнее всех. Но есть нюанс. Самым главным фактом своей биографии, которым она гордится, артистка считает выступление на Бродвее. Нам так безразличен этот ненавистный Запад, который в разы уступает нам по всем показателям, что жить без него уже не можем. Потому что русская культура – это знаковая культура, это клондайк. Потому что наша страна настолько сильна, мы всем мешаем, потому что мы сильнее гораздо. Мы сильнее, мы круче, мы самые лучшие. Поэтому это, конечно, мешает всему миру, но им придется с этим смириться. Единственная российская певица и актриса, которая выступала на Бродвее. Да, я горжусь этим фактом в своей биографии. Я первая и единственная русская артистка, игравшая на Бродвее. В Ростове-на-Дону 40-летняя учительница совратила пятиклассника. 12-летний школяр похвастался друзьям, что вскрыл мохнатый сейф училки. Эта информация очень быстренько разошлась и дошла до родителей ученика. Выяснилось, что они на протяжении нескольких месяцев занимаются сексом в квартире преподавательницы. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. В Питере мундеп Юфелев написал на Путина заявление в прокуратуру, потому что он назвал войну войной. Мундеп считает, что это высказывание может расцениваться как фейки об армии РФ, указа о завершении СВО не было, войну не объявляли, заявил Юфелев. Ну и в чем он не прав? Значит, я уже много раз об этом говорил, но наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся. И будем стремиться. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.